Спонсор программы «Место происшествия» – ломбард «Титан». Уже более 150 тысяч человек являются клиентами сети магазинов «Титан». Искал ноутбук для ребенка и нашел то, что надо в «Титане». Получилось в 2 раза дешевле, а состояние как у нового. «Титан» – для всех и каждого. В эфире проект «Место происшествия», и мы продолжаем. В поселке Новый цыганка обманула 91-летнюю бабушку. Пенсионерке злоумышленница поменяла деньги на банкноты банка приколов. Бдительная потерпевшая конверт с так называемыми фантиками трогать не стала, пошла к соседке, и вместе они вызвали полицию. До сих пор все еще трясет. Все уж измотано, все нервы, да, все. Я говорю, трясет еще, не могу еще опомниться. Пенсионерка была в шоке, когда неизвестная женщина без приглашения зашла к ней в дом и попросила воды. Сама зашла? Сама. Вы ее не приглашали? Да вы что? А просили, чтобы она не заходила? Я не знаю. Я не знаю. Она прошла тут села. Хозяйка налила женщине стакан воды, после чего незваная гостья спросила ее про деньги. Так вот, денежки-то у вас есть? Я говорю, какие у вас руки деньги? Говорю, что руки денег, говорю, нет. Впрочем, деньги пенсионерка все же принесла. Далее произошел обмен. Настоящие купюры цыганка забрала себе, а билеты банка приколов оставила потерпевшей. У бабушки взяла деньги. Нечаянно зашла. Шла, вот приехала, зашла. И вот и взяла денежки. 4000 денег. По словам задержанной, все произошло нечаянно. Раньше она так никого не обманывала. Бабушке она предложила платное лечение на дому. Ну, я предложила ей полечить. Вот, и вот, вот она мне подала за это денежки. За лечение? Да, да. В настоящее время подозреваемая задержана, дает признательные показания. Соседка пришла, что не трогай это, не задевай больше. Правильно все. Ну, и говорю, я положила, не знаю, сколько она взяла. Так я не попалась к вам, попалась. Задержана. Подозрительный конверт пенсионерка трогать не стала. Криминалисты нашли на нем и на стакане отпечатки пальцев. Сейчас похищенные деньги у цыганки изъяты. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Михаил Вагин, «Место происшествия». Новый год не за горами, ты в «Титан» быстрее спеши. За подарками для близких от своей большой души. Компания «Титан» для всех и каждого.